Каша с сухофруктами. Лен замачиваем на ночь, льняное семя. Также замачиваем яблочки сушеные. Можно чуть-чуть куроги сушеные добавить. Чернослива. На ночь замачиваем. Утром яблоки вместе с получившимся, так сказать, компотом выливаем в блендер. Добавляем вот это семя льна. Взбиваем. Получается вообще вкуснейшая каша. Такой интересный вкус. Не как из живых яблок, другой. Как из пюре. Такой вот вкус приятный. В яблоках сушеных другие немножко вещества. Содержится полезная кислота. Такая кашка получается. Новая идея полезных живых каш без варки. Пожалуйста.